Всем привет! Сегодня мы вместе с вами будем распаковывать вот такую вот посылку с косметикой. Это я сама себе заказала на Новый год, поэтому содержимое должно быть интересным. Я еще ее не открывала, как видите, все запечатано. И посмотрим, что здесь внутри. Ага, вот мои шампуни. Я не изменяю традиции и все время беру фирму Inebria, пока они мне нравятся. Вот эту маску я определенно всем советую. Это моя, наверное, уже третья баночка. Она серьезная, такая тяжелая для глубокого восстановления поврежденных сухих волос, как раз для моего блонда то, что нужно. И меня радует то, что ее не нужно долго держать. Эффект виден сразу после минутного применения, наверное. Вот этот шампунь я беру впервые. Он для окрашенных волос. Мне посоветовала мастер брать именно для окрашенных волос. До этого я брала все время для жирных, потому что у меня быстро пачкаются волосы. Посмотрим, как он будет себя вести и насколько будет вымывать мою тонировку. Дальше. Опа! А здесь у меня масло для волос. Я взяла первый раз фирму Moroccan Oil. Здесь ее, конечно же, заклеили. Я, короче, попробовала отдереть наклейки, но, видите, вышло вообще ни разу не красиво. Но, во всяком случае, видно, что это точно Moroccan Oil. Здесь 10 мл. Такой вот пробничек стоит, по-моему, где-то 150 гривен. Одно из самых популярных масел для волос, во всяком случае, на YouTube так точно. Буду пробовать и обязательно поделюсь с вами своими впечатлениями. Паста для зубов. Сейчас одна из моих самых любимых. Посоветовала мне ее стоматолог, потому что после родов у меня практически не осталось зубной эмали. Она у меня вся вместе с кальцием шла в молоко ребенку. И для того, чтобы это все нарастить и восстановить, нужна прям паста, которая регенерирует эту эмаль. Вот эта линейка активный кальций, это фирма Rox, она очень такая деликатная, она не сильно прям мятная, умеренно пенится, но при этом идеально подходит для чувствительных зубов. Я помню, когда у меня закончилась она, неделю попользовалась обычной пастой и опять вспомнила, что такое потерпать боли от сладкого, от холодного. В общем, у кого чувствительные зубы, рекомендую. Через пару дней уже увидите эффект. Здесь у нас La Roche-Posay. На сайте проходила акция, там берете два продукта и вам дают подарок. Сейчас мы посмотрим этот подарок. В общем, я взяла, конечно же, мицеллярную воду. Она у меня всегда в ходу, потому что быстро расходуется. Баночка уходит за неделю-две. Я не знаю, почему такой большой у меня расход. И я взяла крем. Вот такой, это, наверное, моя четвертая пачка именно вот этой линейки Lipicar Balm AP плюс M. Это для атопической кожи и подходит для младенцев, потому что ребенка им тоже мажу, у него чувствительная атопическая кожа. Без отдушек, очень жирный, питательный, поэтому нужно совсем немножко, но расход у нас большой, потому что пользуемся вдвоем. Причем Макс использует на все тело, а я использую только на лицо. И вот, собственно, подарок, который мне пришел от La Roche за эту покупку. Сейчас распакуем, посмотрим. А здесь у нас пробничек термальной водички. У меня уже есть такой пробник, она мне очень нравится, кстати. Раньше я не понимала смысла вообще, зачем это нужно. Так, у нас здесь не реклама, поэтому убираем. Вот так. О. Еще тестирую, поэтому пока не делюсь впечатлениями, говорю общими фразами, потом все расскажу попозже. И здесь дали еще пробничек. Чего это? О, отлично. Lipicar Syndet. О, где фокус? Это крем. Ну, тоже, видимо, для сухой кожи как раз мне подойдет. И самое главное, здесь у нас в подарок шло вот такое вот полотенце. Посмотрим. Ну, короче, самое обычное оранжевое полотенце, не самое плотное, просто с вот такой вот плашкой La Roche-Posay. Ну, в общем, и на этом спасибо. В любом случае, полотенца всегда пригодятся. И еще, так скажем, бонусом решила вам показать мои покупки себе к Новому году еще. И вот такие вот подарки. Это мне подарила свекровь, тушь Clarins, это которая 4D. И это Clarins блеск для губ.
У меня еще ничего не было от Clarins, поэтому я их так интенсивно тестирую. Тушь, скажу сразу, ничего особенного, вполне стандартная. Блеск мне понравился. Позже покажу это все на сводчах и в действии. Опять же, повторяю свою покупку. Petit Fee — это патчи под глаза. Вот эти Gold мне нравятся пока больше всего. Они самые эффективные в плане от отеков и от синяков. И повторила свою покупку от Carmex. Это с клубничкой, они были на скидке. А по мне, Carmex и Lip Ice самые лучшие бальзамы вообще для губ. А на этом все. Я здесь вот такой вот бардак сделала у себя на балконе. Надеюсь, вам было интересно. И увидимся в следующем видео, где будем это рассматривать на примере.